Получается, что в каких-то языках одно и то же слово значит разные вещи. Например, направо по-сербски это прямо, гордость это понос и так далее. Спасибо. Ну, потому что было какое-то, значит, был какой-то корень, от которого какой-то корень в праязыке для этих конкретных двух языков, который означал что-то либо среднее, либо еще как каким-то другим образом связанное с обоими понятиями, которые обозначают вот эти два слова, два корня в языках потомках. Значит, то есть вот в плане гордости, понос, то есть там очевидно, что в случае с поносом там произошла пейорация. Вряд ли произошла амелиорация слова гордость, это малгорали. Скорее всего, наоборот был. Ну, это я с кондачка просто интерпретирую, да. То есть лучше всего, конечно, в этимологическом словаре посмотреть просто.